Помни, что ты живешь в падшем, ненормальном мире, запятнанном грехом. Много разочарований и неудач постигнет тебя в том случае, если ты будешь искать совершенство в этой жизни. Нигде нет совершенства, кроме меня. Вот почему тесная близость со мной удовлетворяет твои глубочайшие чаяния и наполняет тебя радостью. Я заложил в сердце каждого человека стремление к совершенству. Это хорошее желание, но осуществить его могу только я. Однако многие люди ищут этого в других людях и земных удовольствиях или достижениях. Таким образом, они создают себе идолов и поклоняются им. Но я не потерплю никаких идолов перед собой. Сделай меня глубочайшим желанием своего сердца. Позволь мне удовлетворить твое стремление к совершенству.